любовь? Любовь. Но это прежде всего потребность человека. Любовь — это как лейбл Adidas, она есть у каждого, но не у каждого идет оригинал. Любовь — это когда доверяют друг другу, понимают и уважают. Вот. В юности я даже не думал о любви. Что это такое? Как? Мне это абсолютно не волновало. Лишь бы где-нибудь с девчонкой с какой-нибудь познакомиться, где-нибудь денег достать, чтобы было на что погулять. Вот такие вопросы меня интересовали. Я рано пошел на работу, когда мне было 15 лет. И когда я устроился, я стал, в принципе, зарабатывать хорошие деньги. Особенно для 15-летнего пацана. Вокруг меня компания целая образовалась, потому что мои сверстники, они нигде не работали, денег у них не было, если где-то там родители что-то давали. А вот у меня эти деньги были. И поэтому наши пьянки, гулянки начались очень рано. Вокруг очень много было всевозможных девушек, моих друзей. Мы на такси ездили, мы в кафе сидели. Я допоздна не приходил домой, когда родители уже ложились спать для того, чтобы они не заметили, какой я был пьяный. Очень часто вообще домой не приходил. Основной темой общения Павла с друзьями были разговоры о сексе. В то время ему было стыдно быть девственником. И уже в 15 лет он наконец-то с гордостью мог сказать, что стал мужчиной. Прекрасно помню первый раз, когда я спал с девушкой. И получается, после этого секса сказать, у меня внутри, и это все, это то, что так расхваливают. Неужели это вот то вау, которое все ждут? В принципе, ничего такого сверхъестественного я в этом не почувствовал, не увидел. Как вы думаете, важно ли хранить девственность до брака? Кажется, важно. Ну, это по-разному, от традиций зависит. В разных культурах по-разному. А вы как считаете? Ну да, важно. Потому что как брак — это ответственность. И как в первый раз должна быть. Я думаю, сейчас это модно. Что, хоронить? Да. Такие девушки ценятся, и мы их любим за это. Я так думаю. С одной стороны, сказать своему любимому или своей любимой, что ты был чист до брака, это, конечно, здорово. Но, с другой стороны, не знать друг друга в этом плане до брака и потом разочароваться, тоже как бы не совсем хотелось бы этого. То есть для меня это пока что открытый вопрос. Как вы думаете? Я, честно говоря, согласна. Это у каждого свое решение. Когда я не приходил домой по ночам, моя мама попросила моего старшего брата, чтобы он серьезно со мной поговорил. Он меня на 15 лет старше, и тогда, когда мне было 15, ему уже было 30. И вот этот 30-летний дяденька пришел со мной разговаривать. Он мне рассказывал о том, что девушки слишком хитрые, что можно много пострадать из-за этого, подставляют, в тюрьмы сажают, можно всякие болезни подхватить. И вы знаете, мне было 15 лет, передо мной сидел этот дядька. У меня были с ним прекрасные отношения, нормальные, все классно. Но когда он говорил мне о вещах, то я уже на него не смотрел, как на своего брата. Я на него смотрел, как на этого дядьку, который сидит и умничает. Но я же сам все знаю. Мне же уже 15 лет, я же такой взрослый. Чего он тут пришел меня жизни учить? Я с надмением отнесся к его словам. Я его не слушал. И в результате, когда наш разговор закончился, я сказал, все хорошо, все прекрасно, я обо всем подумаю. Он ушел, я на следующий же день пошел, напился, опять мы уехали по девочкам. И к чему это привело? В первый раз, 16 лет мне было, в 16 лет я когда пошел в туалет, у меня такие были сильные боли, что у меня слезы полились из глаз.
Я не понял, что это такое. И тут же сразу стало страшно, стыдно. А вдруг кто-то узнает, а что это такое? Я уже понял, что это венерическая болезнь. И я заразился ей от проститутки, которую мы сняли. С этой проституткой, получается, все мои друзья переспали. И мы вот так вот все вместе полностью заразились венерическими болезнями. Все наши друзья. Несмотря на это тяжкое последствие, Павел не остановился. Теперь он считал себя битым волком и еще больше продолжал гулять. Следующее что? Потом второй раз, третий раз, и все, ходили к одному и тому же врачу. И когда пришли в четвертый раз, я заболел в четвертый раз. Мои друзья, в принципе, одного раза им хватило, никто из них больше ни разу не болел. А я на 4 раза заболел. И на 4-й раз, когда я заболел, врач мне сказал, ты допрыгался. Говорит, у тебя бесплодие, у тебя слишком малая активность, говорит, и у тебя не будет детей. И вы знаете, мне на тот момент было 18 лет. Когда мне поставили диагноз бесплодие, я увидел, как моя жена подойдет и скажет, ты не мужик, я тебе не накрою на стол, пока у меня не будет детей. И вот эти постоянные недовольства, ропот, и вот это все было у меня в глазах, когда мне исполнилось 18 лет, когда мне сказали, что у меня бесплодие. Тогда какой смысл вообще жить? Либо я в 18 лет сдохну, или в 60 лет умру. Какая разница? Или сейчас меня где-нибудь за углом прирежут, или потом, когда мне 60 будет, от спокойной старости в одиночестве скончаюсь, недовольный всеми женщинами, которые будут как бы мной недовольны. Нарушение законов юридических приводит человека в тюрьму или к другому наказанию. Нарушение законов духовных приводит человека к страданиям, физическим и душевным. Одним из важных осложнений и серьезных осложнений последствий беспорядочных половых связей является, конечно, наступление бесплодия. У мужчин, я думаю, что одним из самых частых заболеваний на сегодняшний день это, конечно, простатиты, снижение половой потенции и, как следствие, это бесплодие, снижение подвижности сперматозоидов вплоть до их полного отсутствия. У женщин, конечно, более серьезные проблемы. Это проблемы касаются, во-первых, воспалительных заболеваний женских половых органов. В частности, это очень серьезная патология шейки матки. В Писании сказано «бегайте блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Наличие многих партнеров увеличивает риск очень серьезных заболеваний. И отдельно я бы хотела остановиться все-таки о том, что женщина в большей степени подвержена заболеваниям. В частности, она не только имеет заболевания, но она имеет и беременности. Если она имеет беременности, то при заболеваниях, передаваемых половым путем, это может быть и выкидыши, это может быть неразвивающаяся беременность, это может быть риск сепсиса, общего заражения крови, риск потери репродуктивного органа, риск потери жизни. А то, что касается детей, когда детишки рождаются с внутриутробной инфекцией, я считаю, что это очень самая серьезная проблема, которая может только быть. Мы, к сожалению, не можем проследить судьбы всех детей, которые родились с внутриутробными инфекциями именно при заболеваниях, передаваемых половым путем. Но эти дети свои жизни начинают с больниц. Я даже не задумывался, чтобы мне перестать заниматься сексом с девушками. Просто так, налево и направо. Я об этом никогда не думал. Но в тот момент, когда пришел стыд за свое поведение перед всемогущим Богом, который всегда, везде и все видит, и Он знает каждый мой шаг, каждую мою мысль, каждое мое слово, Он знает все. И когда я увидел это внутри, о том, что я делаю неправильно, вот в этот самый момент Бог просто взял и обрезал. Я понял, что если я что-то буду делать, за это я потом буду отвечать пред Богом. Если я себя здесь, на этой земле, осужу, то Бог меня не будет судить на небесах. На самом деле, стремление к физической близости между мужчиной и женщиной естественно и было изначально заложено Творцом. Поэтому сексуальность сама по себе не имеет греха, когда человек имеет интимные отношения в соответствии с Божьим законом. Когда я
осознал, что 10 заповедей – это истина Божья, когда Бог коснулся меня, я понял, что через соблюдение этих заповедей приходит только благословение. Вы знаете, я искренне верю о том, что как бы нам наследие передается от наших родителей. Мои родители, они жили в блуде, когда мне было 23 года, они зарегистрировали свой брак. То есть я был незаконно рожденный. И теперь я понимаю, что на мне должны закончиться все проклятия. Одним из первых благословений, которые пришли в жизнь Павла после того, как он стал христианином, было создание семьи. У меня всегда мечта была скорее выйти замуж, там, семью завести, детей. И я когда встречалась с парнями, то есть мы 2-3 месяца, и мы разбегались. И поэтому, когда мне предложили, вот есть парень такой хороший, там не курит, не пьет, в Бога верит, то есть давайте вы познакомитесь. И я захотела, в принципе, познакомиться с ним. Мы встретились, познакомились, и он мне понравился. Когда мы решили пожениться, где-то приблизительно за 3 месяца, я ей рассказал о том, что я наделал много глупостей, о том, что я неоднократно болел венерическими болезнями, и что врач мне сказал, что у меня бесплодие, такой диагноз. Я-то, в принципе, на тот момент уже несколько лет знал об этом диагнозе и как бы уже смирился с этим. Я не знал, какая будет ее реакция. На тот момент, когда вот я уже покаялась, я как стала молиться, просить у Бога, там какие-то проблемы у меня возникали в жизни. Я молилась, просила ответа, и Бог моментально просто приходил и отвечал. И я настолько поверила в то, что действительно Бог есть, что вот когда Он мне сказал, что у меня не может быть детей, я Ему сказала, что Бог даст нам, Он всегда дает, когда дети Его просят. Когда я узнал, что моя жена беременна, это было где-то через 3 месяца после нашей свадьбы, сначала я как бы не поверил. Мысли, они путались в голове. Как такое возможно, потому что что произошло? И тут же какая-то такая здравомыслие приходило, то, что я же в Бога верю, я же оставил свою греховную жизнь, о том, что Бог творит чудеса. Я ходил, я ложил руку жене на живот, разговаривал с ребенком, говорил, пусть Господь тебя благословит, Бог в чреве матери ткет тебя. Потом, спустя 9 месяцев, у меня родилась прекрасная дочка. Я смотрел на этого маленького ребеночка, она вот лежала там, ручками вот так вот шевелила. И, честно говоря, настолько у меня благодарность, мое сердце переполняло о том, что я свою жизнь растоптал ее, а Бог взял и вернул мне мою честь, достоинство. Он любит меня, и Он показал это. С тех пор, в течение 10 лет, в семье Кузьминых родилось еще 2 детей – сын и дочь. Если сейчас спросить меня, как можно уберечь детей, людей от того, чтобы не нарушать 7-ю заповедь, в принципе, без Бога, без 7-й заповеди я не могу этого сделать. Допустим, пугать людей о том, что СПИД, какие-то венерические болезни, этим никого не напугаешь абсолютно. Все умные, предохраняются, защищаются и так далее. Но единственное, что я знаю, что Бог, Он вседержитель, Он все держит в своих руках. И Он всемогущий, и Он одновременно во всех местах. Он видит каждый наш шаг, каждое наше действие, все, что мы делаем. И тогда, когда мы, допустим, идем и прелюбодействуем, в Библии ясно и конкретно написано: ни пьяницы, ни блудники, ни любодеи Царства Божьего не наследуют. Я знаю, что я потом пойду в вечность. Вечность — это я даже не могу ее представить или как-то описать. Мне сейчас 32 года, и я только могу представить 32 года. Вечность я описать не могу. Но я представляю, что Бог обещал это. Обещал тысячелетнее царство Иисуса Христа, обещал вечность в раю со своим народом. Вот что меня вдохновляет. Вот это для меня дороже, драгоценнее, чем то, что здесь предлагает этот мир.
Некоторые люди, молодые, они считают, что не обязательно иметь супружеские тесные взаимоотношения. В принципе, я тоже был такого же мнения. И моя супруга мне рассказывала то же самое, что и она была такого же мнения о том, что, в принципе, буду изменять своему мужу. Но это было до того, как я и Оксана, мы узнали о Господе. Я знаю, что закон сеяния и жатвы не прекратится вовек. Если я начну заглядываться на сторону, то значит, в принципе, я то же самое и пожну. Сеешь горе, пожнешь беду. Если я буду где-то смотреть по сторонам, то моя жена начнет ревновать, из дома уйдет мир. Что мне сейчас дает верность моей жене? Уверенность, любовь. Каждый человек стремится к совершенству и хочет иметь в своей жизни все самое лучшее. Но все мы разные, и совершенство видим по-своему, рисуя собственные модели идеальной жизни, машины, работы и, конечно же, идеального мужа или жены. Что думают об этом жители города Бишкек, мы сейчас узнаем. Ну, если он муж, действительно, он должен заботиться о своей семье, о своих детях, зарабатывать деньги, воспитывать детей, кормить их, одевать, обувать и заботиться о своей жене, чтобы в доме был порядок, достаток и спокойствие. Я так думаю. Идеальный муж – это хозяйственный человек, ну и обыкновенный гражданин, и дома, и на улице одинаково. Ну, по отношению к жене он должен ей позволять развиваться, то есть не останавливать ее развитие после брака, во время брака. Всегда уделять достаточно времени как и семье, так и работе, чтобы уметь балансировать это и не отдаваться полностью в одну или в другую сторону. Если он любит себя настолько, вот именно как человека, то он должен любить и жену, и воспринимать ее, все ее и минусы, и плюсы, и отрицательные, и положительные качества. Да, согласен. Почему? Я так думаю, потому что жена и муж – это как бы одно целое. Ты выбираешь спутника жизни практически на всю жизнь, и это уже как бы неразрывно. Заботливая, наверное, нежная, в то же время верная. Идеальная жена – это когда дома сидит она. Почему? Ну, потому что. Как почему? Ну, следит, во-первых, за ребенком, за чистотой дома. Кроткий, смиренный дух. В общем, жена по сердцу Бога. Должна заботиться больше о детях.
но в то же время должна быть независимой, иметь свои какие-то свое мнение, то есть чтобы могла работать, чтобы могла чем-то отвлечься от семьи иногда, когда они полностью отдаваться в семью, например. Вы знаете, в Библии написано, что жена должна подчиняться мужу, это главное, а муж должен любить свою жену. А вы согласны с выражением, что идеальная жена – это та жена, которая послушна к мужу? Не совсем, потому что если это семья, которая идеальная, она должна именно строиться на взаимопонимании мужчины и женщины. То есть это должно быть и взаимоуважение, и взаимопонимание как со стороны мужа, так и со стороны жены. Ну, не сказать, что прямо послушна. Должна все время советоваться, наверное. Советоваться, потому что это две половинки, и они должны совместно строить жизнь. Внешность в любом случае играет роль, потому что внешность жены определяет внешность детей потом в будущем. А так, конечно, важнее внутренние, наверное. Ну, если выбрать между средней внешностью и супервнешностью, но пусть у средней будет хорошие нравственные устойки какие-то определенные, то лучше среднюю выбрать, конечно. Потому что это также отразится потом в будущем на семье, на муже, на детях. Наверное, нравственные ценности. Почему? Потому что в обыденной жизни это все как бы тебе не красота преобладает, а вот нравственные ценности. Ну, я бы хотел, чтобы она и красивой была. Вот. Это в идеале, конечно, и красивая. Вот. И такие соответствующие высокие моральные качества. И то, и другое, в общем. Я не хочу, чтобы одно какое-то из них выбирать. Безусловно, нравственным ценностям. В первую очередь, душевная красота. Почему? Потому что, наверное, из души все исходит. И человеческие поступки, и внешний вид человека. Все это как бы от души, да? Меня она
мои, жемчужины перебрали. Только любовь твоя, твоя Иисус, со мною всегда. Всегда со мной, Господь, спасибо тебе. Объятия твои, лью снова я.